счастью, не только плохой, но и хороший примеры бывают заразительны. Только вчера стало известно, что таллинской инициативой вдохновились не только в Таллине. В Марду тамошние кандидаты в горсобрание провели вчера консультации по поводу возможности бесплатного сообщения между Таллином и Марду. А дальше последовала новость о том, что и на острове Саарема, правда в отдаленном будущем, также намереваются ввести бесплатный общественный транспорт. И следом сегодняшняя новость о том, что с 14 октября электрички также становятся бесплатными для таллинских жителей, разумеется, в пределах Таллина. И это касается в первую очередь направления Нымме. Это проект для всех таллинцев. Мы знаем, что у нас сейчас таллинцы могут использовать бесплатным общественным транспортом в автобусах, троллейбусах и в трамваях. Но есть у нас направление, например, направление с стороны Нымме, где очень хорошо сейчас уже работают поезда. И мы знаем, что обещание такое, что поезда будут ехать еще чаще. И в связи с этим у нас есть договор с электрораутой, что и таллинцы могут на электричках, я очень надеюсь, что это будет уже с 14 октября использовать бесплатно и есть на поезда. Это касается первой Гарюмасской зоны, то есть это остановки, которые в пределах Таллина, и предвидение это всем таллинцам. Грядущие две недели станут напряженными и для транспортников-железнодорожников, и для работников транспорта Таллина. Нуждается в доработке система учета пассажиров. Нужно окончательно согласовать все детали договора, который будет подписан в ближайшие дни. А вот валидаторы менять не нужно. Они легко смогут прочитать единые зеленые проездные карточки, которые, конечно, тоже не нужно менять для проезда в электричке. Только необходимо будет их провалидировать, точно так же, как это мы делаем при входе в трамвай, троллейбус или автобус. 375 тысяч евро. Это до конца следующего года. Сумма 75 евро на этот год, 300 евро на следующий, 300 тысяч евро на следующий год. И 25 тысяч евро за месяц, это такая потолочная цена. Конечно, мы будем платить за конкретные проезды, но решение так, поскольку мы все-таки предварительно не знаем, сколько может быть людей, которые пересядут на электричку, то было принято решение, что это будет потолочная сумма 25. И уже в конце следующего года, когда люди могли делать свои выборы, мы будем точно знать, сколько мы будем должны дальше платить электрораутам. Совершенно ясно, что все детали будут согласованы, но бесплатная поездка по городу на электричке, которая давно уже стала важнейшим видом транспорта для таллинцев, станет большим социальным подспорьем в пределах города. А учитывая то, что по трассе ходят красивые новые электропоезда, поездка будет не только экономной, но и приятной во всех отношениях. Александр Сахаров, Сергей Попридуха, Наталья Малюс, Первый Балтийский канал.